Я Денис, я крутой. Кстати, да, я купил же пенис у пасеки. Телефон Пока X... Это, сейчас скажу как. X5, по-моему. Сейчас, подожди. У Пенки теперь и Пока телефон. Да-да, купил он меня, купил, да, бэушный. Тихо. Вот, купил телефон Пены. Poco X5 Pro. Значит, это... Это Poco X5 Pro 5G у Елов 8GB RAM 256GB ROM. Вот, пасеки. Купил я Poco. Must have. Я себе уже GTA установил вот эту, понял, в телефоне играть? Да мне похуй. Вижу, ты как всегда. Шо? Попускаешься и попускаешься. Ну давай тебе анекдотик расскажу охуенный. Чтоб не грустно было позориться дальше. Отдыхают батя с сыном на юге, ну и сын, короче, застает своего батю с любовницей и такой спрашивает: папа, что это ты делал там такое с этой тетенькой? Ну, батя ему говорит: так это я ее надувал, чтобы, как матрас, чтобы она не утонула. Ну, сын ему такой отвечает: слушай, пап, да все фигня это на самом деле. Вот дядя на прошлом отдыхе такой-то маму 3 раза надувал. И сзади, и спереди. А она ему потом еще 3 раза насос продувала и все равно чуть не утонула. Смешно, да? Ну не так, конечно, смешно, как твои попуски здесь. Лох. Хай, Валера. Хай, чатик. О, Ромочка, хочу сказать да. тебе, Валера, что видел твой отчет о Пока КС 5 для пениса, молодец. Осталось да. купить велик Богдану. Да, братишка. Да, Ромка, спасибо большое. Купил я Пока. Купил же я тебе Пока? Да, купил мне Пока на Авито. Заткнись, какой Авито, нахуй. А где ты, с Авито брал? Пена, блядь. Купил, скажи, да. Да, купил, самый дорогой Пока. Вот. Купил, да. Купил Пока, Пеня. Купил, бля. Новый Пока. Да, да, новый. Новый Пока купил я. Слушай, а сколько надо заряжать Пока? Я уже 2 дня не заряжаю, не включается. Заткнись, подольше заряжай. Батарея мощная, 5000 мА, 3 дня надо. Понял. Могу фотку прически сфоткать. Да. Ну и классная фотка. Вот это я понимаю, сука, плазма. Смотрите, пасеки, это must have. Вот, смотря. Вот так, смотря. Считается, да? Вот, смотрите, пасеки. Это пенозавр, сука. Да, это он. Это турбо мегапиксельная камера Poco X Pro 5G. А? Да, да. Не слышу, пасеки. А ну-ка, сейчас попробую на нормальный, в смысле, на другой телефон сфоткать. Во. Смотря. Во, смотря. Вот такая. Во, смотря. Вот. Это лучше, да? Нет, это с другого телефона, с нормального. Смотря. Нет, это с телефона. Только с нормального. И вот обратите внимание на цвета. Просто обратите внимание. Смотря. Цветность, смотрите, сравните. Да. Вы сейчас видите все на ваших экранах тот самый мальчик Ален Делон, который трахает все, что шевелится. Самый сексуальный, я бы сказал. То есть практически машина для секса. Да. Вот, пожалуйста. Вот машина для секса на ваших экранах. Пожалуйста, любуемся и машем. Здравствуйте. Да, да, да. Это секс-машина. Вот секс-машина на экране, пожалуйста. Да, это пенчик. Да, 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 я, да. Купи Google Pixel 7 Pro. Кого? Да нет, ты там не так вон зябл, Ромка. Подарил донат,
скинул, спасибо вам большое, чтобы я купил Пока Пенни. Вот, пожалуйста. Да. Это Ромка, да. Сверус, вот Свиарус. Да. Это он все купил. Это благодаря ему теперь у Пенни есть телефон смартфонный. Да. Вот тебе и пожалуйста. На тебе вот еще один анекдотик тогда. Должен же хоть кто-то развлекать твою аудиторию, раз ты тут выпускаешься уже который час, который стрим. Короче, едут семья в автобусе. Мамка, батя и пятеро детей. И едет дедок, короче говоря, вместе с ними с тростью такой. Ну и на каждом ухабе у него трость начинает стучать там в пол. Цок-цок-цок-цок. Ну, батя семейства там, заметив. Это говорит деду. Слушай, дед, если бы ты резинку на свою палку одел, то она бы не шумела и никого бы тут не отвлекала. Дед ему отвечает, типа, знаешь, сынок, если бы ты на свою палку одел резинку, тогда бы нам тут всем места хватило. А так вообще давай уф, это говно и гол зомбу. Сейчас я тоже зайду и пущу тебя пару раз, как следует. Давай, дедуля, хватит хуйню заниматься. Считай. Видел этот донат. И как Пенни Пока. Да, да. Нравится. Тебе нравится? Да, да, заебись, а. Классно, GTA себе скачал, GTA в телефоне играть. Понял, GTA мобильная версия, GTA мне нравится играть. Я вот скачал, сейчас играю в GTA на телефоне. GTA скачал, Grand Mobile, вот это GTA. Ты что, долбоёб, что ли? Мне нравится, просто сейчас еще блог писать здесь буду, тут скачаю программу, блог писания. Уже, знаешь, жасечка, на постасе анимешные анимации тут всякие. Дед сюда. На Samsung Galaxy Flip Z. Ой, сука, сейчас я дам его!